теперь ищем дорогу к вентиляторам, к Саше. Саш, смотри, сколько их. Ой! Приездная! Почему? Вон, смотри, сколько их там штук. Ой-ой-ой. Все повторяется. Эти такие целенькие, не такие ржавые. Как да, так они новей просто. Они крутятся? Не знаю. Да крутится, наверное, а как? Куда же они делаются? Для чего же их поставили? Мне кажется, это работает больше, чем то, те, которые стоят у нас там. Нет, наверное, такие же. Такие же? Какой огромный он. И трупа. Мне кажется, он больше, чем тот, который... Мы доедем. Вот я не знаю, к маленьким бы подъехать. Вот это можно подъехать. Поехали, подъедем. Вот это да. Какой огромный! Это что, видите, наш персонаж, который я очень вот это да! А это труба какая! Нас ветряк может. Вот а тот ветряк! Да. Там такой. Ветряк, они огромные! И ты зачешешь. Ой, да, они такие свеженькие вообще прям. Это сломан! Сломанный, да. Почему сломан? Да не почему ты думаешь, что они сломаны? Вон они без вентилятора. Ну, бабушка, разобрали, наверное. На ремонтируют. Ну давай здесь сейчас вот развернемся и туда посмотрим, и сюда все увидим. Да, у Маши электрика ух ты! Ну какой-то он свежий, прям совсем прям свежий. А там вроде дверь открыта, нет или закрыта? Нет, закрыта. А, Сашка просто, он прям, ой, восхищается, прям, ой. Вон она какая. Ой, вообще. Вот носит нас, да? Ну как же. Сыну нужен вентилятор. Какие колючки, смотрите. Ай! Колется. И тоже жук сидит. Колючки, а красивые. Ой, прям колючий. Как пахнут? Бетонная дорога, все дела.
там, наверное, каждому есть, давайте проедем. Скорее всего. А здесь вообще обломано. Смотри, Саша, ты сейчас увидишь. Авария, лопасти. Это тот, который, помнишь, оторвала Саша лопасть по телевизору, ты смотрел. Помнишь? О, да. Вон, видите, и целый. Надпись. Да, Уиденерго какой-то. Ук. А что это слово? Уиденерго. А тут очень изменяет. Ну чё, пойдем смотреть. Нерго ЛТД. Уинд. Может, вылезать будет. Эти небольшие. Так, уже есть хочется. А мы все по вентиляторам ездим. Прям страстью, Сашки. Еще оса. Стоят, смотри. Куда едем? А вы говорите заброшено прямо. А куда все едем? Тут работает. Куда? Все, тупик. А куда едем? Куда? Куда? А дорога вон наша там, по-моему, или нет? А, не, не там. Да. Прикольно. Мы потерялись. Ну тут такая, что там, тоже Укрэнерго, Министерство Республики НР, топлива и энергетики Республики Крым. Ну, такая проходная заколоченная. Ну, машины стоят, значит, кто-то дежурит. Да, охраняют просто. Охраняют. А куда едем, куда? Ну, сейчас едем обратно, посмотришь еще по сторонам, какие тут красивые вентиляторы. Где ты столько еще увидишь вентиляторов? Он еще тебе обещал, говорил, он что... на берегу какой-то, как пансионат, что ли, или что-то. Тут уже поля проезжали с горохом. Люди из машин выходят, идут пробовать. И подсолнухи, и рожь. Смотри, Саш. Какие-то машины вперед, военные. Вперед, вот, смотри. Какая-нибудь радиоэлектронная борьба. О, вот это уже что-то с пушками, катюши какие-то. Что это? Смотрите, он светлячок. А, нет, он светлячок. Горит. Это гусеница. Ну а светлячок-то кто? Он есть гусеница. Это гусеница. Не трогай руками, ну эту самую. Это гусеница. Ну, видите, как светится. Прикольно. Как маленький огонек. Да? Да. Ну, видишь, какой. Вот, когда светло, его не так видно. И гладит. Боже мой, какая вот какая красота. Вот природа. Придумает же, устроила. И вот скажите, вы на самом деле верите, что Бог за неделю это все создал? Я не верю. Такое разнообразие живых существ, растений, всего, камней.